Я когда-то вкинул идею о том, что я бы хотел бы режим, который похож на одну игру, которую я стримил. Называется Mount and Blade 2, да? Я ее вроде стримил, очень крутая игра. Самое главное в этой игре — это гигантские замесы, миллион на миллион игроков. И я подумал, почему бы не сделать такое в Майнкрафте. Вот, вот 600 персов, в начале там они типа... выстраиваются, там какой-то замес происходит. Сначала это как стратегия выглядит, да? В моей банде 1300 человек. Вот. А потом ты там бегаешь по карте, изучаешь, да, у тебя есть форт, а потом ты идешь там, допустим, на осаду этого форта. Вот. И я хотел вот такие осады всякие сделать, ну, прямо в Майнкрафте. Чтобы были, чтобы надо было прокачивать свою базу и все такое. Я эту идею вкинул, и, видимо, что-то наподобие такого вот сейчас ребята реализовали. Если это будет хорошая идея, мы ее добавим. Вот, там надо, чтобы медленно поднимались, потом идешь, захватываешь, там челы с щитами стоят, эту черепаху римскую строят. Блять, хочу, кстати, вернуться в эту игру. Я хотел бы, чтобы вот такие вот базы у всех были. Вот, каждый свой форт прокачивает. И потом надо захватывать территории. Сервер заканчивается, когда все территории захвачены. И идет вайп. Алло, слышно? Как... Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, рассказывайте, что вы умеете и что вы приготовили. Ну, как бы проект уже длится до начала лета еще был начат. Делался все вообще технические работы. В чем задумка? Задумка, как бы игроки взаимодействуют между собой, командная игра, в общем, такое, да. Захват точек еще планируется очень много. Так, а что вы сейчас можете показать? Показать из плагина вот валюту, кстати, недавно сделали. Там интересная у нее штука. Это мы хотели сделать материальную, но она не требуется материальной. Типа как монетки или что? Ну, сейчас расскажем. Так, значит, ну, режим, как бы, вот смотрите, мы сейчас находимся возле бронзовой шахты, получается. Так. Игроки должны добывать, как бы, ресурсы, чтобы потом принести их на базу и получить за это баллы. За баллы можно делать много чего, например, прокачивать свою гильдию. Ага. И делать, как бы, свой как бы, отряд, знаете. А пиздичи будут? Да, планируются войны. Как раз за эти баллы, вы должны собирать эти баллы, потом, получается, что ли, за эти баллы купить проход на войну или как-то... Сейчас я туплю, извините, просто не ожидал. Ну, короче, призваться в армию, я так понял, да? Ну, в армию типа того, да. Ага. Как бы, чтобы воевать. Угу. А ну, это вы просто... строили или это как-то генерируется, или как это? Нет, строили, строитель наш. Ничего себе. Платошин, кстати, а у вас целая команда, да? Ну, было очень много изначально, как бы, но покикали из-за того, что не работали, как бы, у нас все серьезно, мы, ну, как бы, не суетились. Ну, нормально, я, ну, сразу понятно, что вы бизнесмен. Ну, реально. Блин, ну, кстати, как вам? Ну, да, нормально, где? Только я не понимаю, что копать здесь. Вот медь, кстати, попробуйте. Я понял. Кстати, это... попробуйте, тут разный шанс выпадения мы настроили. Сейчас я вам переключу, или вы сами... Я сам, я в выживании. Так, копаю. Вот, она меняется, как бы, и вам выдается. Кстати, вы сделали друг... Я случайно сломал, не то, что надо. Да, я понял. Сейчас. Да, типа, добываешь, хочешь... Оно регенерируется через 10 секунд, это тестовое время. Вообще, у каждой шахты будет регенерация разная. Ага, понял. Я взял эту медь. Но ты это называешь бронзой. А потом ты должен ее будешь понести к своей базе. Тут как бы есть нации. Ты должен, там будет специальная менюшка, обмен ресурсов на баллы. Ага. Вот, и туда вложишь, типа, оно тебе все считает, типа, и приносит в твою нацию как бы баллы. Ничего себе. Ну, и можно еще потом, по-моему, по концептам наши ребята придумали, что-то еще можно делать из руд, которые добываешь. Но я там не в курсе. Я кодер, я пишу то, что говорят. Так, ну, а еще что есть? Вот, концепт войны. Ну, тут долго как бы вам... А они смогут свои базы строить? Или нельзя будет строить свои базы? Ну, наверное, нет, потому что тут как бы все распределено. Тут одинаковое расстояние между точками, между нациями, чтобы все типа было красиво. Как не, ну вообще да, наверное, для баланса, наверное. Да, баланс, мы так и решили. Я пока на генерацию полетаю, посмотрю, пока вы там решаете. Да, там болото красивое, но человек еще добавил, тут немного даже будет немного, наверное, магии, ну так, чтобы разнообразить, но ее будет чуточку, вот совсем чуточку, просто чтобы разнообразить как-то. Типа не будет прям все основано, больше каком-то средневековье, что ли.
Вот так. А это ваша какая-то генерация или как? Да. Создавали, строили, ну, как бы человеку все во схематике закидывал, потом все в программу, и вот так вот, типа, собственно, генерировал все, рейки вот так прорисовывал. Это он все делал. Его зовут Сима, и он сейчас играет в Доту. Ну, ничего нового. Ну, а захват точек, что дает захват точек людям? Захват точек, вот, например, можно будет захватывать бронзовую шахту, и тогда можно фармить на ней ресурсы, как бы. А если не захватил, то ты не имеешь там права фармить. Да, там просто не сможешь. Ага, понял. Вот так, надо сначала захватить. Это как бы для генерации, вот это планируется новый биом. Это, если что, сверху это оценки от Симы. Ага. Ну вот, это, кстати, камни. Вот болотные где-то тут. Смотри, что хочешь, реально, полетают. Очень интересно, но нихуя непонятно. Ну это стоит разобраться, это как бы даже немного стратегии. Ну хочется посмотреть вот именно геймплей, как будет выглядеть. Геймплей? Ну, мы, наверное, подсоздадим и вам покажем. Ну, еще как-то. Ну, я могу. Мы можем на нашу машину поставить и просто протестить. И, ну, если оно. Когда вы сделаете. Ну, да, сначала доделаем, как раз для игроков, чтобы. И тогда, как бы, вам напишем, наверное. Ну, нормально, да, нормально. Ну, как бы, Платоша, бляха-муха. Платоша, респект. Да. Смотри, будет 6 наций, получается. Uh-huh. Это, наверное, название не будет, еще не решили, короче. Там, скорее всего, люди сами смогут называть. Так. Ага. Вот, смотри, я тебе сейчас выдам команду. Какую ты хочешь? Давай серию, короче. Давай. И чё я? Ты будешь король. Я? Ну, блядь. Можешь в табе чекнуть, если чё, символ это тоже для теста все. Ага, это типа корона, да? Ну, предположим, ну, что это корона. Пока что это просто монетки вообще. В Юникоде было написано, что это монетки. Ага. Ну, пока что, не-не, мы поменяем символ. Вот, короче, нажимай правой кнопкой мыши на серебряный клан. Так. Нет, на нижний. А, понял. Так, сделал. Личное меню, меню гильдии, меню короля. Не все работает, не все подключено, не все работает, но большинство, по-моему, работает сейчас. Управление людом, блять, пацаны. Управление владениями. Так, управление статистика людей. Войн, ебать. Объявление войны. Управление там, балансом что? Нации. Ебать, угу. Что вы наделали? Личное меню. Топ-сервера, посмотреть. Прикол. Да. Ну там, кстати, валюта еще. Сколько у нас там валюта? Сколько у нас вообще баллов в команде? Миллион. Ну, это я начитерил, извиняюсь. Да, ну, нормально, правильно. Миллион? Но это, по-моему, будет чрезвычайная сумма для игры. Вообще. По сюжету. А, подожди, баллы... а здесь хранится как бы прям информация. Не, это для... будут игроки, да? Не, это для меня создали, чтобы я по этим делал как бы менюшки. То есть ничего себе, ты гений. Спасибо. А это типа горное поселение какое-то, да? Не знаю. А можно будет его отхватить? Ну, типа, захватить полностью? Скорее всего, да. Да, ну да. Кстати, горы крутые. Это еще хотим добавить, чтобы надо было, типа, одежду как бы одевать, и тогда, типа, ты замерзаешь, если не будешь в одежде кожаной, например. Ты замерзаешь, в общем, в биоме. А вот тоже, давай покажем это, что медведь дропает. Короче, сделали шкуру медведя. Дропается с некоторым шансом шкура медведя и лисы. Но надо ресурс-пак. Ну, нормально. А зачем она? Чтобы типа тепло было? Да, новая броня. Хорош, ладно. Ну и тогда нормально. Давайте вы подготовите, мы дадим сервер и попробуем загнать сюда подписчиков. Ну, давайте, наверное, да. Пока. Не, ну на это надо смотреть. Я не могу вам сказать. Это не прям то, что я себе представлял, но это реально надо смотреть. Капуцк, ну генерация, возможно, даже прикольная. Если она такая, типа, гигантская... И по ней вот именно кони там будут передвигаться, чтобы идти кого-то там трахать. Это нормальная тема.